Однако очень многие прям коров впервые проверяются. Правильно. А что, столько пакетов? Что там? Да, ну, сразу не вашему отмазку пришло. Что там на заказывал? Это с Алиэкспресс, что ли, пришло? Они паспорт смотрят? Нет, по номеру телефона код пришли. Угу. О, вообще, брат. Мне уже памяти не снимать. Это что, у меня сундучок? Так, это шкатулка идет. Ух ты. А еще что? Не торопись. Это что? Так, это набор. Туда шелкнуло. Туда класс. Господи, ой. Что это? Зубную щетку, зубную пасту. А что такой большой? Они же вообще маленькие. М? Они же вообще маленькие бывают. Куда такой огромный? Мне в сумку не влезет. Ну, давай дальше. А, это вот так надо. Подвешивать. А мы это сейчас снимаем для Алиэкспресса или для почты? Кому претензии? Не знаю. Что там еще нет? А, это тоже. Ой, я уже испугалась. Пакеты. Чтобы меньше места занимало в этом. В вакуумный пакет? Путешествие, когда едешь. Это вакуумный пакет, что ли? Которого воздух откачивает? Нет. Да, кладешь. Вот так, раз. Что-то пока я не поняла функционал этого пакета. Ну, функции. Если меньше будет держать. Держать? Мы вообще можем обзоры посылок делать на YouTube выкладывать. Ну не все, все равно пришло там что-то даже. Слышишь? Идем в радио, спасибо. Это что? Так, это для путешествий класть обувь. О боже. А что так много стран? 5. Они объединяют сейчас, видишь? Разные товары объединяют в одну посылку. Когда в Россию приходят, наверное. А ты что, одновременно это все заказывал? Может и все. Может, а это что за сумка? Вот Артур пойдет. Что это? Для документов, что ли? Ну, вот это для путешествий. В смысле для путешествия? Что там? Что там держать?
лифчики, когда вот трусы, носки. Лифчики в такую сумку. А для лифчиков, то есть, да? Чувствую, какой-то огромный для лифчиков. Там... Да, трусы, носки. О, боже. Оно какое-то не гигиеничное класть так. Без пакета, без ничего, я что ли? Да, для этого написано. Да. Вот все. А что теперь, где моя шкатулка? Это не на 14 февраля? А это на 8 марта. В смысле на 8 марта? Мне такое не надо, 8 марта. Я это не просила. На 8 марта я другое жду. Не, вот ты что? Нет. Нет, хороший подарок специально тебе. О, вот это я хотела. Для всех своих публикушек. А что, замок что ли? Там магнитный, наверное, какой-нибудь. Нет? Сейфовый, кодовый. Может, нажать что-то надо? Это как в Иван Васильевич, сейчас все очень просто откроется. О, ух ты. Сашечка, спасибочки. Это что-то мешает, надо там. А, это так не... Ух ты. Ну все. С тебя золото, бриллианты. Еще мягкое, да, чтобы не царапалось. Все, я выключаю, все пришло. Спасибочки, Сашечка.